Книга открытым оком. Тема богослужения. Вопрос 522. Скажите, почему лица на иконах изображены такими странными? Ведь на самом деле люди не имели такого лица. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я и сам искал ответ на этот вопрос. И нашел только один. Чтобы у молящегося не возникло похотения к изображению, как к живому образу. Если это так, то для этого существует чадра, чтобы не подчеркивать талию женщины. И невысокого же мнения о своей папстве, пастве были создатели иконописного канона. Иной раз просто пожелаешь, чтобы было как с иконописцем, рисовавшим святого Корнилия, 13 сентября, Янкратием, когда у него образ не получался. И он сквернословил и упал и Бог привел его в осознание греха явлением Корнилия с того света. И этот изограф познал его в лицо и тогда нарисовал правильно. Сегодня же не можем мы настаивать, чтобы всех этих богомазов Бог также вразумлял через онемение, отнятие языка. На наших изображениях старого письма не святые реальные, а по канонам иконописи они изображены с деревянными носами, мумии из дерева вырезанные. Только посмотрите на горы, как горы изображены. Как будто это ракетные стартовые площадки, и рисовал ребенок пятилетний. И, издевательство и никакого уважения к святости у художников.